В результате один из несовершеннолетних получил удар в сердце и скончался на месте. Другого также с ножевыми ранениями отвезли в больницу. Сейчас он в состоянии средней тяжести. Как выяснилось, впоследствии мама убитого юноши инвалид и лишена родительских прав. Мальчик находился под опекой. Все расходы на похоронные мероприятия взяла на себя администрация города. Что же касается обвиняемого, в нападении на подростков он неоднократно судим, а на момент совершения преступления был под административным надзором, который не позволяет ему находиться вне дома ночью. Сейчас в отношении 26-летнего Романа Бакланова возбуждено дело по статье «Покушение на убийство двух лиц».